Привет! В студии Анна Троян, в эфире «Телегид». На этой по-настоящему весенней неделе меньше рабочих дней, но и больше крутых проектов, которые обязательно стоит посмотреть. Подробности в моем обзоре. Женское счастье «Был бы милый рядом, с милым рай и в шалаше». Эти и другие народные мудрости веками убеждали девушек, милый должен быть только один. А что делать, если их два? Сериал «Двойная сплошная» продолжит захватывать нас по будням. Анна вывела свою формулу женского счастья. Вместо одного идеального мужчины она нашла сразу двоих – романтичного Александра и спокойного Владимира. А вот определится ли героиня с выбором, смотрим с понедельника по пятницу в 8:30 и в 20:45. Как ты узнала? Это она там плачет? Ань, ее там нет, а где наша дочь? А почему это ваша? Это что значит? Сейчас я все объясню. Володь, прости меня. Я не понимаю. Ты мне можешь объяснить, кто это? Саш, простите, мне надо ответить. Опять будешь врать, что это по работе. В завершении короткой рабочей недели нас ждет настоящий день сурка. Фильм «Матрица времени» погрузит нас в эту обстановку. В жизни крутой девочки Саманты что-то пошло не так. Она попадает в аварию на трассе и оказывается в заколдованном круге проклятого дня. И теперь Саманта вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, героиня должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Получится ли у нее это, узнаем в пятницу в 22:00. Школьные годы – это мыльный пузырь. Я никого даже не вспомню из вас. У тебя так случалось, что ты проживаешь один день снова и снова, и меняются только незначительные мелкие детали? Ох, слушай, Саманта, ты только что описала всю мою жизнь. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Ребята усердно готовились к финалу соревнований. Эти пчелки любят спорт и все, что с ним связано. Баскетбол, футбол, хоккей, баскетбол. Готовились очень долго. Хотели, конечно, чтобы все конкурсы выиграли. Она повидала немало стран и теперь решила выбрать лучшего жениха во всем мире. Леся Здеся устроит нам незабываемые полезные субботы. Очаровательная Леся Никитюк отправляется в путешествие по миру, чтобы найти единственного и неповторимого. Во всех странах мужчины разные. Леся выяснит, кого стоит брать, а от кого бежать. Самый откровенный гид по мужчинам со всего света увидим и мы по субботам в 11 утра. Мархаба. Привет, меня зовут Валид. Хочу пригласить тебя поужинать со мной. Ты не занята? Yes. Давай, я в принципе свободна. Yes. Вот и чудесно. Bye. Nice to meet you. Костя. 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 Что ты снимаешь? Меня уже на свидание пригласили. Где он делся? Взял номер и ушел. В выходные ЛРТ предлагает попасть в мир дорогих удовольствий. Программа «Олигарх ТВ» устроит экскурсию по баснословному богатству.
Вас проведут в закрытые общества и прокатят на шикарных яхтах и частных самолетах. Окунут в волшебный мир излишеств, о котором можно только мечтать. Ощутим денежные ветеры мы в выходные в 17:30. Частный остров наряду с яхтой – это как членский билет в клуб миллиардеров. И в отличие от дорогих авто, недвижимости или самолета, собственный остров – это больше, чем просто демонстрация богатства. Это детская мечта, фантазия любой девушки, которую олигарх может привести сюда и свести с ума романтической сказкой. Лучшее предложение вам поступит в воскресенье. Оставайтесь у экранов, не пожалеете. Управляющий аукционного дома на глазах у всего мира проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя всех в заблуждение. В секретном зале своей виллы он собрал сотни бесценных картин из разных эпох. Среди них Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. Поговаривают, что для того, чтобы его оживить, создатели прибегали к помощи высших сил. Складывая как пазл найденные детали, он пытается разгадать этот секрет. Что из этого выйдет, смотрим 15 марта в 10 вечера. Вы написали: в любой подделке всегда скрыто что-то подлинное. Что вы имели в виду? Копируя работу другого человека, художник не может удержаться от искушения внести что-то свое. Часто это какой-то пустяк, незначительная деталь. Случайный, казалось бы, мазок кистью, в котором копиист неизбежно выдает себя и обнаруживает собственные и уже, конечно, истинные чувства. Как же хорошо вы говорите. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях. Там много интересного. С вами была Анна Троян. Желаю вам чудесной весны. Пока-пока.